Позвал мне внука со двора к открытому окну. Во что идет у вас игра? Подводную войну. Войну? К чему тебе война? Послушай, командир, война народам не нужна. Играйте лучше в мир. Ушел он, выслушав совет, потом пришел опять. И тихо спрашивает: дед, а как же в мир играть? Ловя известие, что с утра передавал эфир, я думал, перестать пора играть войной, чтоб детвора играть училась в мир.